вылетов сделала 710 ночных боевых вылетов. Я сделала 848 боевых вылетов. Полк был легендарный. Это был единственный в мире полк, в котором воевали одни женщины. Вот я смотрю на звездное небо. На Орион. На Сириус. И мечтаю о том, как я буду астрономом. Но так я уже и сейчас смотрю на небо, как на свою будущую собственность. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Я была студенткой. И мы студентки. А из нас будут делать географов, физиков, химиков, математиков. Кому сейчас они нужны? Сейчас надо воевать, отстаивать нашу страну, наша родина. Мы в ней родились, мы в ней выросли. Мы все были воодушевлены тем, что скорее попасть на фронт и как-то помочь нашей стране с тем, чтобы немец дальше не шел. Когда началась война, много летчиц у нас было в Союзе. И, естественно, началась война. Мужчин берут на фронт, а их не берут. Женщин, летчиц не брали. Тогда они стали писать письма в правительство. Они все скапливались у Марины Росковой. Роскова имела очень решительный характер. Но добилась не просто того, чтобы женщин призывали в армию,
а пошли на такой компромисс или на такое условие, что их призовут, но создадут отдельные женские части, в которых будут воевать одни женщины. Я и 8 моих подруг решили, мы хоть завтра пойдем в авиацию. Была эвакуация, Москва была вся затемнена. И нас отправили в Энгельс, город, в котором находилась Энгельсская авиационная школа пилотов. Везли нас в товарных вагонах. Мы 7 суток мы туда добирались. Я еще в пути. От Москвы далеко. Едем мы весело. Кормят нас хорошо. Да, мам, ты можешь быть спокойной. Как раз в нашем вагоне едет военный врач и не позволяет нам ничего, как маленьким. Без шинели не ходить, без шапки тоже. Снега не есть, плохой воды не пить, молока не покупать. Много-много раз целую вас, папист, мамуля, кот. Марина Роскова выстроила нас в Энгельсе и говорит: привести себя в порядок, те, которые, значит, могут остричься на 2 пальца выше уха. Но нам выдали сапоги 42-й размер, шинели, гимнастерки, брюки. Причем военная форма, конечно, это мужская военная форма. И когда мы смотрели потом в зеркало, мы просто даже не узнавали, потому что были похожи как мальчишки. Но это нас не огорчало. Мы согласны были любую форму одеть, только бы скорее на фронт. Милые мои, интересно, узнали бы вы меня теперь? Ведь я совсем мальчишка. Похоже на папу в молодости. Даже был такой случай. Девчата из нашей группы сидели в столовой. Одна из них говорит: «Вон, какой хорошенький мальчик стоит у колонны». «Ой, да ведь это Женя Руднева!» Вчера я подумала о том, что как ко всему привыкаешь. Я вполне легко прыгаю по лестнице на 4-й этаж в сапогах 41-го размера.